Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня опять коллекционер, благородный ник. Зовут моего подписчика Нурсултан. Мы сегодня будем рулить коллекционера. Находится он в Triple G, вот так вот. GGG, не IGG, медовин, удачи, спасибо. Новая гильдия, кидайте заявочки, вступайте. Народа, как видите, немного. Поэтому мест хватает. Поехали смотреть аккаунт, что у него есть. Так, аккаунт. Ну, это бездонатный аккаунт. Кто ему нужен? А героев надо немало. Так, окей, смотрим, что у него делается. Бигфут есть. Заклинательница. Ну, без Фрея. Седна. А так, в принципе, вроде более-менее неплохо. Да, ему нужны такие самые-самые злобные герои, но, как видите, ему не везет. Надеюсь, нам повезет, и мы сейчас сможем их выбить. Так, что у него по локациям, интересно, пройдено? 775, это где-то шестое только начал, да. Командора есть, вот так вот. Давайте посмотрим на его алтарь. Без доната, так. Отлично. Неплохо, десятка даже. Трейк. Я, честно говоря, вот смотрю, там пятые, шестые, седьмые таланты. У меня... Я не понимаю, что это такое, потому что я привык уже 12, 12, 12. Ронин правильный, кстати, только нужен ожог. Так, стрелок, отлично. Ну, довольно-таки неплохие, вам скажу, прокачки талантов. Десятки, девятки, десятки. Ой, а Махатма вообще огонь. Топовая. Блин, неплохо, неплохо. Да, сюда бы Ануба, либо Фрейку вообще было бы четенько. Пойдет, пойдет. Биги с огненкой, блин, на 8, на 9, 9 просто огонь отжигает. Надо будет Бигфута затестить. Так. Ну, что я могу сказать? Отличный аккаунт, как для бездоната, в принципе, довольно-таки неплохо, но нету... Пару самых таких нужных героев. Мы сейчас попробуем их выбить. Поехали. Где там его алтарь? Вот он. 150. И нам падает ангел. Вот так вот. Князь тыква. Бидон. Где слизни? Где слизни? Ниндзя. Вот только первый упал, блин. Офигеть, 10к за одного слизня. Буги-вуги. Вот так вот. Что там у нас? Он недостающий. Если не ошибаюсь. Супер. Ну, в принципе, где-то плюс-минус замена для Анубиса. Смотря, конечно, где. Я не скажу, что он там покруче, потому что Анубис это Анубис. Но тут для PvP-локации, если прокачать его, я думаю, у него ресурсов... Ну, плюс-минус ресурсы у него есть. Конечно, кулаков нету, но рогатка. Смотрите, у него все последние герои, блин, есть. Офигеть. Вот это, конечно, круто. Получается, у него нету, ну, Арктика донатная. Все последние герои есть. Командора есть. Нету только, получается, Седна, Фрея и Анубис. Ну и заклинательница. Вот даже бы заклинательницу ему сейчас вытащить. А, поехали в рейдах. Собьем рандомчик. Потому что что-то вообще печально. Слизни падают. Было бы очень неплохо. Красиво мы слились. Let's go. Сейчас мы под музычку ему наролим по-любому. Любу. Я надеюсь. Студеный, студеный. Блин, неохота сливать. Вечно места не хватает.
сейчас. Сейчас мы сделаем по-другому. Так, эмблемки. Освобождаем немножко места. В принципе, можете все так делать, если места не хватает. Зачем хранить вот эти единички? Во вторым то же самое. Вот, отлично. Сейчас куча места появится. Сразу же смотрите, плюс сколько места появилось. Ну, let's go. Бульдозер, ну, такое себе. Блин, ну не падают, блин, эти студеные трианты. Но самое главное, что буги когда стали. Хотелось бы какой-то Фрея. Либо Анубиса. Одержимый. Ну что, мы там хоть 10 собрали? 10 есть. Давайте так сделаем. Блин, неплохо. Нравятся такие аккаунты, где без доната надо начать себе бездонатный аккаунт. Так. Душек. Рах тебе дох и ни хрена. Что это? Череп. Нафига мне череп? Еще один душегуб. Ну нафига это все? Просто не понимаю этого рандома. Призрачный всадник. Просто жесть какая-то творится. Триант. Короче, печаль, ребят. Печаль печальная. Ну, трианта одного выбили, ну, не знаю. Я считаю, говорю, трианта одного выбили, не трианта выбили. Выбили интересного, в принципе, Бугича, но, блин. Что тут у нас есть? Там у нас нифига нету на рынке. У нас, как обычно, рынок для бедных. Точнее, даже не для бедных, непонятно для кого. Я бы так сказал. Что мог, то сделал. Получили, конечно, одного недостающего, но, к сожалению, слизней 4 штуки не добрали. Не всегда бывает идеально, но, блин, годный аккаунт. Думаю, со временем еще его увидим. Фрейки Анубиса нет, ну, не стоит расстраиваться. Есть куча годных других героев, которые, в принципе, будут тащить. Единственное, что заклинательницу с древнего, но ему на древнее с такими героями, хотя Бугимон, конечно, классная вещь, но с такими героями, я думаю, вряд ли он в древнем там особо потащит, и в этом, точнее, в лабиринте. Так, а что там у него за буги? Ну, блин, вытащили, смотрите, у него, блин, многие с донатом не могут вытащить, а тут, блин, без доната просто жесть героя. Ну, не знаю, как обычно, рандомчик, как видите, блин, ну, что-то без донатом, к сожалению, не дает. И это реально даже меня иногда бомбит, почему, блин, на донатных падает, а на бездонатах, блин, такая лажа. Это же у меня сегодня за 55 упало, а, в принципе, тоже дорого относительно других аккаунтов. Ну, вот это такое, это я. А вот хотелось бы, чтобы именно без доната падало, тоже неплохо. Ну,
Кому-то падает, кому-то нет. В общем, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно. Все дела. Всем удачи, всем пока.